Всем большой привет! Вы на канале Horror Games, с вами я, Кристина Лэй, и мы продолжаем играть в игру под названием Resident Evil A Village. Так, давайте посмотрим, что у нас с вами по патронам. По патронам у нас с вами, мне кажется, все очень и очень плохо. Так, пистолет 10.8, тут 9.3, здесь 8.5, мы не пользуемся этим, и здесь 5.5. Ребят, если учесть, что у нас сейчас с вами будет, скорее всего, финальный босс, я предлагаю вам все-таки перезагрузиться, да, с бесконечным количеством патронов. Так, я снова тут, у нас с вами бесконечное количество патронов, и теперь мы можем с вами себя чувствовать как короли. Звонок для учителя, эй, какой, здесь нет учителей. Такое ощущение, что здесь рано или поздно что-то встанет. Так, у нас с вами в прошлой части, да, получается, мы нашли... О боже, как нам туда добраться-то? Интересно очень. Здесь у нас закрыто. Мы с вами в прошлой части нашли, вот я вспомнила буквально, когда начала говорить. Сейчас, секундочку, я вам покажу. Вот, шаблон ключа. А этот шаблон у нас как раз-таки для создания ключей для таких дверей, вот с лошадочкой. Нарисованный, блин, на самом деле это очень клево, потому что этих дверей прям очень много. Но проблема в том, что я не знаю, как дойти обратно. Это надо спускаться, проходить все опять, или здесь будет какой-то короткий путь. Давайте посмотрим. Давайте поищем. Так, и с последней нашей с вами встречи я успела разболеться еще сильнее. И я даже пошла ко врачу, потому что я не могла спать. Это было просто ужасно. Ребят, последний раз я ходила ко врачу, именно терапевту, там каким-нибудь незначительным, ну как, значительным болезням, раз я пошла ко врачу. В общем, это было года три, наверное, назад. Чтобы вы понимали, насколько все плохо было. Сейчас я на антибиотиках локальных. Название говорить не буду, но они капец как стоят, ребят, за одну упаковку 1800 рублей. А нужно две упаковки. Через ингаляцию, не таблеточки. Чтобы организм свой не гробить, было принято решение делать ингаляцию через небулайзер. Я думаю, вы легко, кстати, найдете антибиотик через небулайзер, поэтому если у вас такая ситуация, и вам продают без рецепта. А какая ситуация? Я не сказала. Короче, все было плохо с носом. Давайте так. Диагноз, если вы сами себе ставите диагноз, что я осуждаю, то диагноз острый ринофарингит, в общем, какой-то там микробный острый что-то там плохое. Ну да, ринофарингит. А чё, куда, зачем мы приехали сюда? Стоп. Непон. Минуточку. А как у нас карта открывается в этой игре? Тут можно подняться. Ребят. Hello. Как здесь открыть? Как будто здесь можно подняться. Возможно, здесь вот эту стену надо взломать. Сейчас, секунду, давайте попробуем. Я не уверена, но попробовать можно. Быстрый доступ. Давайте вместо нашего с вами любимого ствола. А как надо подойти как-то? Отойти как-то подальше. И вот это, кстати, не вечное, поэтому если это не сработает, то это будет очень грустно. Нам сейчас с вами очень грустно, ребят. Может быть, я не до конца спустилась? Нет, нет, я пошла обратно, не. Короче, ребят, я не знаю, что это все было, но давайте мы с вами пойдем все-таки делать ключ. Это единственное, что я пока знаю. Я так и не разобралась с этим тупиком. Поэтому мы сейчас идем с вами на первый этаж. И уже на первом этаже сделаем ключик, вернемся обратно, откроем дверку, и, возможно, что-то у нас получится. И вот эти все тупики нам собирать на самом деле не нужно с вами. Так, здесь вот, по-моему, прям сразу. Как темно. Фига, ты что свет-то выключил? Ну, видимо, нам реально нужно было сюда, потому что вырубился свет. Жесть, они что, все те, которые на красном были, они все восстали, да? А у нас с вами сейчас офигеть какая огромная пушка. Мы ничего с вами не боим. Ну, только мы боимся с вами, потому что они сейчас очень резко появятся, скорее всего. Я испугаюсь, обосрусь, уйду. И вообще. Уеду в комнату с белыми стенами.
Это тот чел, которому надо в сердце стрелять. Ого, неплохо. Блять, забываю, что он не взрывает. Так, ребят, давайте вспомним, где у нас с вами идет. Ай-яй-яй-яй, вот, видимо, это сюда. Так что нам с вами сейчас направо и прямо идти надо. Я не уверена точно. Тут что-то тоже какой-то тупик. Вы что, издеваетесь надо мной? Мы сегодня с вами будем все тупики собирать с самого начала или как? А, вот здесь не тупик. Видимо, это у Кристины в развитии тупик некоторый случился, а не... Здесь только бежать. Здесь самые сильные монстры, у которых сердце находится в ножопе. И что-то все завалило, подождите. Тут реально завалено, раньше такого не было. Пока что я не пойму ничего. Мне кажется, эти можно подобрать, да? Да. А, это те самые, которые мы... Угу. Нет, подождите, на... подождите, мы что, на втором этаже? Матерь Коти, это продавец, подождите. Нет, здесь все понятно. Окей, нам не сюда, значит, надо было. Ёпарасоте. Звуки вообще недобрые. О, я слышу бензопилу. Вы слышите бензопилу? Я слышу бензопилу. Так, вот тут спуск есть. Возможно, он наш. Ну вы, конечно, натемнили, а? В квест мы пришли. Блять, какой... Блять. Зелененько пока. Ну, то есть мы правильно идем. Если здесь есть монстры, значит, мы идем правильно. Все, отлично, мы пришли правильно. Так, у нас, давайте мы с вами возобновим. Получается, если мы сейчас пойдем, то мы сразу выйдем в жилище Гейнсберга. Так, у нас еще на втором этаже что-то есть. О, прям отлично, давайте. Быстрее, быстрее, давайте. Интрига! Сейчас нам за этот ключ, конечно, жопу надерут, но... На, всегда жопу дерут, я уже привыкла. Ой, монстры. Монстры не дремлют. Где вы, сучки, передо мной сейчас возникнут? Или где? Откуда? Ой, блядь, сколько вас тут. А, вы обычные, господи. Я уж подумала, что вы мне какие-то трудности сейчас доставите. Нет, ну я с бесконечкой могу вас вообще сколько угодно перестрелять. Мне вас только приятно убивать. Подождите, если это убежище Гейнсберга... Где Гейнсберг? Вопрос. Это просто комнатка для залучивания, видимо. Ничего тут больше нету. Так, подождите, еще нет. Как будто что-то не взяли. Ну, комната помечена красным, ну, наверное, хрен с этим, да? Нам надо с вами идти наверх обратно. Я тени свои пугаюсь, блядь. Больше, чем монстров. Так, нам на лестницу с вами. Где эта лестница? Окей. Ой, блядь, огромный. А, это у которого сердце на жопе, да? Или это который этим занимается?
как его, господи, телепортом непонятного анамнеза. А, вот у него сердце, ёбаный свет, а тут тупик, что ли, или чё? Блять, лишь бы сзади этих мудаков не появилось новых. А, я, кстати, я хотела же начать эту игру с моей истории ночной. Я, короче, играла сегодня во сне в Резидент. Ой. И так вышло, что в какой-то момент у моего героя почему-то перестала работать кнопка... Ну, пуль. Кнопка стрельбы. И как раз был босс, блин. Это было очень обидно. И вот сейчас я беру в реальной жизни реванш, убивая всех на своем пути. Какое удовольствие получаешь после того, как не мог стрелять. А сейчас такая бам-бам-бам. И этот человек не любил игры со стрельбой. Есть в них что-то такое приятно таинственное. Мне кажется, мы с вами не идем не туда, куда надо, но блять. А, его броню сначала пробить надо, ёх-макарёк, только поэтому мы с вами, видимо, а нет, подождите. Ну, короче, у него надо броню пробить, и только потом сердце появляется. Да охереть, чел, вообще. Ты, конечно, мощный мамкин сынок. Нихера ты в меня не попал. Ой, сейчас попадет, видимо. Подожди, иди сюда. Мышь. Сейчас взорвется, отойдем. Спасибо. Ненавижу ее в темноте ходить. Так темно. Логично. Мы сейчас должны с вами выйти к торговцу. Да, мы уже к торговцу. Поднимаемся с вами на третий этаж. Обязательно сохраняемся, пока едем. А, нельзя сохранить. В движении он не сохраняет. Капризный. Давай тогда пока... А, и к торговцу подойти нельзя, пока мы перемещаемся. Что ж... Можно его застрелить? Он даже, смотрите, он даже на нем не фокусирует. Как желаете. Как желаю. Так и желаю. Мясо птицы. Можно ли продавать мясо птицы? Если учесть, что мы с вами пришли что-то играли. Охотно. Но мы с вами нового какого-то животного, наверное, не нашли. Сейчас посмотрим, давайте. Вопросики просто, выведут ли нас с вами обратно в деревню? Я не уверена. Интересных приключений. Я не уверена. Может быть, у него какое-то новое оружие стало продаваться. Если только посмотреть витрину вон там. Может быть, у него что-то продаваться начало. Ну, блин, нет, это не надо. А, УЗИ есть. А, это, стоп, это не УЗИ. Это УЗИ? Это мини-ракетница. Ёпарасете. Мини-ракетница, это прикольно. О, дробовик классный. Вот это дробовик. Ого, 1160. 1700. Револьвер с крупногабаритными патронами. Невероятно огневая мощь и бронебойность. Ого, против оборотней. У нас с вами сейчас урон 2300. Как бы мы можем этот пистолет взять с вами и прокачать его. Но, скорее всего, до конца игры у нас с вами столько денег не сможет появиться, чтобы прокачать его хотя бы до 3000. То есть, скорее всего, у него следующая прокачка будет 1100 стоить, и он прокачается до 2000. А сейчас у нас с вами урон 2300. В общем, давайте пока не будем покупать, но будем иметь в виду, что такое возможно. Так, ключ Гинзбергберга. У него такое название, как будто он какой-то топовый такой. Прям вообще какой-то бренд Гейнсберг. Или крутое мясо какое-нибудь, или какие-нибудь мужские духи. А ты и правда живучий.
Но мне надоело болтать. Умри, наконец. А можно не надо? Слышишь эти звуки? Да. Тебя кое-кто дожидает. Я не хочу, чтобы меня туда не дожидался, кроме моей этого... судьбы. Ой, что-то там это... идет. Ой, кто-то внизу что-то... А, это просто... Блядь, звук, конечно, пиздец. Прототип «Штурм» использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует. Слишком много энергии от реактора... Спереди абсолютно неуязвим, но придурок умудрился оттяпать себе пальцы пропеллером. Есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод – полная неудача. Такое описание. Сейчас, скорее всего, это наш с вами монстр, который вот сотрясает все вокруг. И, скорее всего, ребят, его нужно каким-то образом перенасытить электричеством, энергией и так далее. Пиздец, ну что-то страшно. Подождите, мне что-то очень страшно. Аптечка, давайте хотя бы аптечку закрафтим, потому что мне кажется, у меня такое ощущение, что нам сейчас будет такая писюнька с вами. Шо писи? Можно поставить мины, но я не знаю, сколько контактная мина наносит урона. Вот это, блин, прям... О, господи, страшно. Блядь! Блять, ты чё, блять? Блять, только бежать! Ребята, я не знала, что такое! Беги, Итан, блять! Блять, Итан, сука! Как его деактивировать, блять? Сука, сука, сука! Я уже все выпила, блять, что только можно, нахуй. Ага. А, это лабиринт! Стоп, нам с вами обратно по-любому идти надо. Блять, он стены крушит. Ёбаный свет, блять. Ёбаный свет, блять. Да я не хотела брать, блять. Я хотела, сука. Я хотела каким-то способом... Мина показывает мне зачем-то. Я вижу красное. Я вижу... Ребята, я вижу красную хрень. У него есть, она у него присутствует. Он разгоняется, надо по кругу. Итан, давай, блядь, мне пиздец как страшно, блядь. Ой, сукис, блядь. На кой хер я играю в эту... Ёбаный свет, вы чё, блядь, ты чё, охуел? Ай, блядь, тупик. Ебать, а где он? Ебать, лучше бы я его не видела. У него что-то там реакторная какая-то хуйня из жопы вылезла. Ой. Блять, везде огонь, аптечек нету, сука! Так, ну смотрите, он в ловушке сейчас получается, ну относительно, да? Да я понимаю, Итан, подкоптишься, ничего страшного, блядь! Блин, он, видать, ребят, он заморозился опять, блядь! У него надо было стрелять, видимо, пока он горел синим пламенем, сука! Блядь, как убить эту хуйню? Надо с жопы подходить, видимо. Блядь, Итан вообще не бегает, сука, как же ты меня бесишь. Спереди цель полностью неуязвима, нам сказали. Смотрите, можно, короче, такой есть план. Можно, смотрите, как сделать, сейчас есть план, смотрите, ребят, сейчас есть план.
Вот такого плана. Да, есть план вот такого плана, все верно. Сейчас мы с вами... Короче, это будет его замедлять, скорее всего. Если моя идея выгорит, то... Блять, моя идея не выгорела. Сейчас я выгорю, нахуй. Ай, какие... У нас нет аптечек с вами, ребят. Блять, надо бежать. Я сейчас сдохну. Не, я сейчас сдохну, мы не справимся с вами. Да надо с жопы подходить ему, блять. Не могу. Не могу к жопе подойти. Ой! Вот это ты замиксерил у нас. Вот это ты, конечно, замиксерил у нас. Но у нас нету с вами лекарства. Короче, ребята, есть предположение? Ну, пиздец ему, конечно. Нам пиздец. Давайте сдохнем. Есть идея, короче, ребят. Блять, огонь кругом. Ну давай. Это не жопа, блять, была. Это был перец, сукис. Тут огонь, ну мы не убежим, сейчас горим. Пизде, я ну... Ребят, я похуй. Я в ахуе. Как? Ну, давай, может, ракетница его бомбанет? Ну-ка, подождите, у нас есть ракетница с вами? У нас есть с вами ракетница, только почему-то я ее не могу выбрать. Давайте вместо этой хуйни выберем ракетницу. Идея может быть хуевая. А, кстати, у нас, по-моему, здоровье подкопилось маленько. Да, блядь, ракетница где, сука? Как выбрать? Ненавижу. Ой. Да хватит нас это жевать. Ты добыл? Эх. Мы погибли, ребята, давайте это... Тактика. Конечно, тактика-то может быть. Так. Сейчас, секунду, надо подумать. Надо, во-первых, скрафтить побольше зелья. У нас там не было у продавца зельев. Сейчас, секундочку, может быть, сходить... Давайте мы купим зелье, может быть, есть... Давайте купим зелье. Блять, у него зельев нету. Это прям очень печально. Модуль для ружья. Ну, это не то, блять. Я не понимаю на самом деле, что делать в данной ситуации. Это прям. Да я ничего не купила, подождите. Кристина, дыши. Может быть, есть смысл самодельной бомбы в него шмальнуть. Гранатомет, наверное, был бы более... Как-то более, наверное. Давайте попробуем с гранатометом, как я и хотела, но... Пока единственное... Но мне надоело болтать. Подождите, тут... Мы это пропустили с вами. А, нет, не пропустили, это было... Умри, наконец. Да я не хочу умирать! А, это мы еще... А, нам дали в тот раз 2400, а сейчас дали 1600. Что-то рандомно какой-то ебучий маленько. Ой. Итан, надумайся. Ты еще можешь вернуться обратно. Так, надо, нам надо сейчас самым главным, приоритетным образом... У меня нет времени. Сделать так, чтобы он как можно больше стен разломил перед тем, как мы начали на него атаковать. Я даже пробежать не могу, о чем вы. Так, где-то здесь была стена, которую он, блядь, вот она.
Нет, он как-то разломит, видимо, потом, попозже. Разломит. Вот эта стена, он ее не сможет бить, потому что она металлическая. Значит, нам нужно за ней прятаться с самого начала. Пока он ебошит другие стены, возможно, есть логика, пока он ебошит другие стены, со спины стрелять, пока он врезался, но, блядь, он уже все. Ой, я его натравила на себя, я очень сильно извиняюсь. А если я присяду, я смогу его обойти? Как перезаряжаться, ёпты? Да ёбаный свет! Как, блядь, бежать? Чё, блядь, делать? Это бессмысленно. Всё, что я сейчас делаю, это абсолютно бессмысленно. Нам надо, чтобы он... Нам надо, чтобы он разбил стену. По-другому вообще никак. Бей стену здесь, блядь. Ай, блядь, ты здесь вообще, как ты оказался здесь, дебил? Я думала, ты за этой штукой. Ой-ой-ой-ой-ой. А как он ее здесь разбил раньше, что нам было так хорошо бегать от него вокруг? Да, блядь. Нет, есть, короче, идея, что вот этот гранатомет, он типа дальнобойный и больше бойный, я не знаю, как это назвать. И что он больше... Да, блядь, был такой шанс хороший. И что он больше площади атаки занимает, и мы типа могли бы ему в жопу пострелить так постоянно. Блядь, где он? Давай, давай! Меняй, блядь! Итан, ёбаный свет, какой дробовик, блядь! Ты ебанулся! Где, блядь, он? Чё всё горит кругом? Я, блядь, его не вижу. Видите, я не очень сильна в... Я не очень сильна в переключении этих дурацких оружий разных. У меня мышка почему-то каждый раз новое оружие, блядь, дает, а не которое мне нужно. Давай! Блядь, он восстанавливается, полежи. Да? Полежи. Все, я его убила! Вот было бы прикольно, если бы мы сейчас с вами взорвались, блядь, на его взрыве и сдохли. О, фу, ребята, я его убила. Ну чё, я красавец, что сказать ещё? Нам бы сохранение бы. Ну, вроде бы, что он здесь ничего нам не оставлял. Да. Все собрали. Фуф. Фух. Я уж думала, мы это с вами никогда не сделаем. Фух. А что, на кой хер я сюда пришла? Сигара? Миранда омерзительна, ее вранье не знает границ. А, это сигара того этого. Гейзенберга как раз таки. Он ж курил постоянно. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном, пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучара всегда была не в себе. Для нее понятие «эксперимент» и «семья» равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Малявка Роза, вот ключ. Если я заплачу ее силу, то, возможно... Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его мне помочь.
Кого, кем угодно может стать эта Миранда. Кем угодно. Какая-то, стоп, какая-то Растюшка, ну ладно, вкусно. Растюшка не стоит нашего времени. Так, а что здесь, зачем? Если есть желтая лестница, не важно, что мы не знаем, куда она нас ведет. Самое главное, что она желтая. Эй, куда нас? Блин, если бы этот чел оказался, ну, торговец наш, оказался бы сразу здесь, это было бы очень странно, потому что, ну, типа, чел. Как ты прошел монстра быстрее нас? Ой-ой-ой, этот идет. Я снова не огляделась, что такое? Неплохо, неплохо, Уиндерс. Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Неплохо, неплохо, Кристина Лэй. Вот что он должен был сказать. Эх, ой, а я думала, сейчас стреляться будет. Да матерь коль, кто еще? Ёбаный свет. Как это может все функционировать? Как это все может жить? Это как глиста одеть в доспехи? Но нет, это не то. Да, это жестко. Если бы мы знали, что это такое... Ну, мы не знаем, что это такое. Вот сволочь. А подождите, а бесчестил? Он что имел в виду? Типа, ему письку отрезали? Блять, опять! Или что? Так. Где-то у нас уже была такая штука в воде. Где-то мы уже плавали и нас за жопу кусали в этой воде. По-моему, это был Outlast. На моем канале, кстати, есть... Все части, даже Whistleblower. Так что, милости прошу к нашему каналашу. Что, у нас сегодня получится с вами босса пройти? Вот это ты, конечно, молодец. Я просил тебя не лезть, Титан! Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука! Убил мою жену. Я убил не Мию. Ты жил не с ней. Ты жил с Мирандой. Что? Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили, и я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех. А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Если бы он сказал, он бы не полез, наверное. Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ. Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Это не совсем так. Вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Роза,
Охренеть! Идем туда! Стынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте, встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Ладно, Итан. Перезаряжать тогда самый стрёмный пистолет, на самом деле, смешно. Не лезь на рожон. Садись, куда садись? Оно же металлическое, оно же это, его же сейчас это вверх поднимут в воздух. И пути нет. Гейзенберг нас с вами, в очочечко-то наша с вами любименькая, немножечко, как говорится, шарик будет болтаться после такого. Так это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Полимерный металл? Я не знаю, что это такое, но... Мне кажется, ничего круче нашего с вами. Роза, я иду. Боже мой! Боже мой! Приготовить пушку. Ага. Выстрелить. Приготовить пушку. Ага. Окей. У нас с вами есть здоровье. Я на самом деле, мне кажется, очень сильно что-то проебала, потому что мы же сами с вами собрали вот эти консервы из дочери. Я не поняла, как они оказались у кого-то другого. Вообще не поняла, как они оказались у кого-то другого. Так, это получается ближний бой, защита space, защита, это ближний бой. Пулемет у нас с вами, пулемет вот так. Пушка на правую выстрелить, окей. Выглядит все с бесконечными патронами. В целом не так страшно, как выглядело бы, скорее всего. Хотя там, скорее, возможно, тоже много было бы. Так, ворота можно выбить. Так, взрывом. Нас учат. Орудие недоступно во время перезарядки. А, перезарядка у нас. И как долго? Как долго, я хер знает. Видимо, пока пушка не выстрелит несколько раз, перезарядка. Ёптыть! Ёптыть! Я ни на такой машине никогда в жизни не дралась! Итан, есть, блядь! Спейс! Я пока вообще ничего не понимаю, подождите. Ну, там красненькое, видимо, в это стрелять надо. Ой. Ай, как ускоряться? Нам говорят, когда пушку можно использовать. Это очень хорошо. Я не понимаю, куда ему стрелять. Не понимаю вообще, куда стрелять ему. Может быть, надо оглядеться, может быть, это здесь, как-то вокруг, что-то как-то. Я не понимаю, подождите. Ой. О, у нас есть здоровье, оказывается, все это время. Ебать. Мы как-то за металлом можем шкериться, ребят. Окей, видимо, зачем-то это нужно было. А, нет, я тебя в тупик завела, ребят. Ну, в тупике, извиняюсь. Здоровье покажите. А, по лапам стрелять ему, окей.
Так, ну он сдохнет. У него вот где-то здесь. Где-то вон там красненький мешок горит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нас притягивает! Нас притягивает! Нас притягивает! Не понимаю, куда стрелять. Не понимаю, куда стрелять. Блять, не успела пушкой выстрелить. Ай, ай, нас кикнули. Нас кикнули, ёпта! И там беги, я жму на клавиатуру, если что. И там доставай пушку, она охеренная. Только я не понимаю, куда стрелять. Ребята, вообще не понимаю, куда стрелять, честно. Для снайперской винтовки. Мы что-то там увидим, да, в снайперской винтовке? Блять, как-то херово то, что... Херово то, что мы сейчас защититься никак не можем. Опять, опять нас притягивает. Сопротивляйся, Итан, я сопротивляюсь! Как могу! Сыночка! Ёбаный свет! Ёбаный... А почему у нас подняло, кстати? Мы что, металл? Ну да, мы же железо там, все такое. А вот у меня анемия, между прочим. Мне было бы легко. Меня бы не засосало, у меня железа нету в крови. О, мы победили! О, боже, это было очень эпично. Это получается, мы босса убили. Ребят, у нас с вами всего лишь две серии, в которой был босс не в самом начале. Это дом Беневиента, мы с вами прошли его за одну серию. И здесь прошли за одну серию, все. О, колпак кипит. Надо заканчивать на этом. А то сейчас еще кого-нибудь босса встретим, и вообще будет. Я слышал взрывы. Что там у тебя? Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан? Роза? Нет, это Миранда, это не Роза. Итан, ответь! Не трогай! Стреляй! Мия? Это не Мия. Роза, такая ценность, правда? Блин, что-то мы еще Миранду убьем, то есть мы в пещ... Ой, в деревню точно не выйдем, получается. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь, как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Бедный Итан. Да, вот смотри. Где Роза? Можно считать, что он как бы ей и не изменял, потому что это была она. Я не знаю. Но если он ведет календарь, скорее всего... Записывай, сколько баб было, то можно, конечно, и разбить на две. Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Очень красивая девушка. Роза ее наследница. Нет. Эвелина, Роза? Роза совершенное воплощение Эвелины. А почему она Эвелину Когда не могла тогда взять? Вырастет, Или это дочка ее? Всеми. И она мне нужна. Иди нахуй ты, сука! Да, мы можем стать вашим королем. Я согласна, я согласен. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя душа. Стреляй в нее. Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, я говорила, бабка, сучка. Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! По факту не он... прячься! Выйди он и сразись! Самая лучшая мегамицелиевская... как сказать? Не бойся, работа. Итан, ты умрешь быстро. Мегамицелий будет помнить тебя. Нет, значит, она ничего не поняла. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете
Наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. У меня один вопрос. Жена вообще была? Или он из Бейкеров, по-моему, да, седьмая часть? Я столько ждала. Он ее спас, а не свою жену. Должны сбыться. Миранду? Не пойму пока ничего. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет? Очень интересный вопрос по поводу жены. Он спал именно с Мирандой или он спал с женой, а потом его капитан, Миранда заменила, когда она родила? Я подтвердил смерть Этана Уинтерса. Что, мы сдохли? Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Отлично, дай поиграли. Картинку. Я разберусь в ситуации. Супер. Супер. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду, но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказа. Так если ей, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот две цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые. Выходим. Ясно. Да, эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Так. Я всю форму растерял. Ага. Типа у нас что-то типа УЗИ, дробовик, ладно. Ребят. У нас с вами есть еще и ручная граната. Ребят, ну а мы с вами на этом, пожалуй, закончим. Они там что-то говорят, поэтому немножечко их приглушу. Да, мы с вами на этом закончим. Мы с вами сегодня огромные, просто огромные молодцы. Убить целых 2 боссов. Это прям... В общем, ребят, всем большое спасибо, кто досмотрел эту серию до конца. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии под этим и другими видео. Да, не забывайте их смотреть, они тоже очень интересные. В общем, в следующей серии мы с вами продолжим уже играть за Криса. Задание у нас «Спасите Розу, убив Миранду». Возможно, серия получится коротенькой, но зато глобальной. А мы с вами очень сильно любим глобальность, поэтому всем еще раз большое спасибо и всем пока-пока!